Добрый день. Хотя он немножко у нас сегодня пасмурный. Октябрь месяц, середина месяца, даже уже третья декада. Сегодня я вам расскажу про теплицы арочной серии, то есть форма арочная. Они идут в стандарте у нас. Начну, давайте с маленьких начну. Идут в стандарте 1,5, 2, 2,5, 3 метра. Дальше уже идут 4, 5, 6, 7. И мы делаем по прайсу, изготавливаем до 12 метров. Вот, 12 метров. Многие спрашивают, почему, например, мы хотим теплицу 3,5, 5,5, считают нам побольше. Все, что больше на 10 сантиметров от прайса, все считается в большую сторону по прайсу. Это такая ремарка. Давайте начнем. Вот это, смотрите, 1,5 метра. Здесь у нас стоит, не ставим, не накрываем. Почему? Под дождем, под снегом, чтобы видно было каркас, как он себя ведет, ржавеет, не ржавеет. Также здесь, видите, у нас большие глыбы льда свисают с крыши. И поликарбонат, когда мы ставили его, просто здесь разломает любого качества, любой конструкции. Смотрите, теплица изготавливается, как обычно, я вам рассказывал, с профильной трубы 20 на 20, 20 на 40. До 2,5 метров теплицы идут с горизонтальным усилителем, то есть в одну трубу. Вот видите. Бывает только двух видов. 20 на 40, чтобы пошире была площадь опоры поликарбоната больше. И 20 на 20. Все это идет 1,5 миллиметра. 1,4, быть точнее, тире 1,5. Как завод сработает. Потому что они тоже немножечко приобманывают. Вот, работают якобы по ГОСТу. Отгружают по теории. Ну, в общем, как везде. Поэтому мы говорим только правду. 1,4-1,5 в зависимости от прихода трубы. Для чего стоят образцы? Многие спрашивают, вы могли в нее зайти? Не видно, да, вот так вот. Зайти и посмотреть. То есть, как бы визуально и объемно понять, какую вы теплицу хотите, какие вы можете грядки сделать. Вот так вот. Видите? Это 2,5 метра. Теперь по трешкам, по 3 метра шириной, они еще бывают арки в виде ферм. В чем минус арочных теплиц? В том, что у них 100% лежит снеговая шапка. Почему тысячами ломают теплицы у доброкачественных производителей, которые изготавливают из тонкостенной трубы, даже без усилителей? Людям многим цена. Про цену сейчас поговорим. Вот. И, например, трешки мы делаем 4 вида. Видите, открывается спокойно, двухсторонний замок, аккуратно все. Ну, тут у нас немножко свалочка, уберем. Здесь наславки всевозможные. У арочных тоже идет также 4 вида арок. Это просто арочная 3М из 20 на 20, горизонтальный усилитель. Потом идет крепыш из 20 на 40. И две арки фермера. То есть двойная труба в виде фермы. Я вам ремарку скажу, что мы самые первые начали производить фермеру в России. Потом за нами начали все подхватывать. Видите, и сразу же изначально мы начали двойную дугу из низу опора, чтобы двойная была, а не где-то там, тут, там. То есть не производили такого изначально. Что могу вам ремарку по цене? То есть мы даем гарантию на нашу конструкцию по снеговой нагрузке без ограничений 10 лет. Что это подразумевает? Это подразумевает, что мы хоть как закладываем толстостенный металл. Где вам не дают гарантии, но говорят, что толстостенный, не верьте, но это обман чистой воды. И тем более цену. Цену. Самое главное, цена. Из чего складывается. Понимаете? Ну, не может стоить теплица. О, Алексеевна кормит кошечек. Стоит теплица 7 тысяч или 8 тысяч за каркас. Вот. Когда в нем должно быть правильной трубы на эту сумму. То есть, естественно, я вам скажу, что около 30-35% стоимости каркаса это конкретно труба. То есть сама профильная труба. Потом идет покраска, работа, аренда, там налоги, зарплаты, складские услуги, упаковка и так далее. Вот. Поэтому самое главное обман в тепличном бизнесе это труба. Черная, оцинкованная и так далее. Вы знаете, что мы берем оцинкованную трубу и ее красим полимерным порошковым способом. Ну вот, вроде бы все, про все формы, все рассказал. Если будут вопросы, задавайте. Все расскажем. Все покажем. Сейчас фильмы небольшие выставим с монтажей, какие мы теплицы монтировали.
пишите.